приветствую всех зрителей и подписчиков на канале. С вами Серега. Всем привет. Коби Бин Брайант родился в 1978 году в Филадельфии, Пенсильвания, США. Американский профессиональный баскетболист. Имеет прозвище «Черная мамба». В течение 20 сезонов выступал за Лос-Анджелес Лейкерс. Играл на позиции атакующего защитника. 18 раз принимал участие в матче всех звезд. На летних Олимпийских играх в 2008-2012 году выиграл золотые медали в составе сборной США. 14 апреля 2016 года закончил карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. В 2018 году получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол». Сегодня рассмотрим Nike Zoom Kobe Bryant 6 «Темный рыцарь». Модель вышла в 2011 году. Вдохновение дизайнеру Эрику Авару пришло от Бэтмена «Черный рыцарь». Верх выполнен в темно-сером цвете с черной детализацией под змеиную кожу. Свуш выполнен в синем цвете. Язык у нас идет комбинированный из кожи и текстиля для хорошей вентиляции. Также на языке эмблема Коби Брайанта. Язык также соединен эластичными резинками с внутренней частью подкладки. Задник верха выполнен из кожи. Также на заднике имеется пластиковая вставка, которая снижает риск травм и отлично фиксирует пятку. Также на вставке есть автограф баскетболиста. Промежуточная подошва из пеноматериала филон с закрытыми воздушными блоками Zoom в носочной и пяточной части. Технология разработки Zoom – это использование полиуретановой нити, которые замедляют движение газа в подушке, заставляя его оставаться на месте даже при большом давлении, что придает хорошую амортизацию. Подошва резиновая в черно-синей расцветке с логотипом Коби Брайанта. Придает хорошее сцепление с поверхностью. Прекрасная именная баскетбольная модель от компании Nike. Еще одни отличнейшие кроссовки для занятия спорта. С вами был Серега. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.